Белый торт? Я не люблю сладкое, спасибо. Не дает покоя, что я взял над вами верх? Вообще-то я думал о том несчастном, которого вы отдали на растерзание собакам сегодня. Д'Артаньяне. Интересно, как бы Дюма отнесся ко всему этому? Не понял. Александр Дюма. Он написал «Три мушкетера». Да, конечно, доктор. Я решил, что вы его поклонник, раз назвали раба именем героя романа. И если бы Александр Дюма был там сегодня, мне интересно, что бы он подумал. Он одобрил бы? Да. Ваше предположение о его одобрении крайне сомнительно. Мягкосердечные французы. Александр Дюма черный. Это бумаги Брунгильды? Да, это они. Можно? Конечно. Спасибо. Это ее купчая, перечень владельцев и, естественно, документ об освобождении. У вас найдутся перо и чернила для меня? Возьмите там, на столике. Спасибо. Спасибо. Брунгильда фон Шафт. Отныне вы свободная женщина. Мистер Кенди, в обычной ситуации я бы сказал «Auf Wiedersehen». Но так как «Auf Wiedersehen» по-немецки значит «до новой встречи», а я больше никогда не желаю вас видеть, сэр, я скажу «прощайте навсегда». Идем. Пошли. Одну минуту, доктор. Что? Здесь, на юге, есть обычай. После заключения сделки стороны обмениваются рукопожатием. Это выражение доверия. Ясно, но я не с юга. Но вы сейчас в моем доме, доктор. Боюсь, я вынужден настаивать. Настаивать? На чем? Чтобы я пожал вам руку? О, боюсь, мне придется настаивать на противоположном. Знаете, кем я вас считаю? Кем вы меня считаете? Нет, не знаю. Я считаю вас жалким неудачником. А я вас отвратительным победителем. Тем не менее, в Чикасе сделка не считается завершенной, пока стороны не обменяются рукопожатием. Даже после всех этих подписей бумажки ни черта не значат, если вы не пожмете мне руку. Если я не пожму вам руку, вы откажетесь от 12 тысяч долларов? Это вряд ли. Мистер Буч, если она попытается уйти отсюда до того, как этот любитель нигеров пожмет мне руку, пристрелите ее. Вы вправду хотите, чтобы я пожала вам руку? Я настаиваю. Ну, если вы настаиваете.
смог удержаться.